Понедельник, а это значит, что новая рабочая неделя впереди. Пусть она будет ласкова к вам, а какая погода нас ждет 13 сентября, сейчас узнаем. По северу днем плюс 13, малооблачно, с небольшим дождем. Ночью также дождь и до плюс 7. Ура! По южным районам солнечно и 17 градусов тепла, а ночью снова холодно, плюс 3 градуса. В Улан-Удэ днем настоящее бабье лето, плюс 20 и солнце. Правда, возможны порывы ветра до 9 метров в секунду, ночью плюс 7. Понедельник – хороший повод бросить вредные привычки. Берегите здоровье!